Привет, бро, с тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты сильнее, чем камерамен. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты поставил лайк. Сегодня же мы с тобой будем играть за камераменов, а также спикерменов. Игра называется Toilet Monster Craft Puzzles. И начинаем мы с тобой с первого уровня. Вот я такой крутой камераменчик. Против меня Скибиди Унитаз Майнкрафтер. Он говорит: Воблер, я тебя не боюсь. Но когда я на него наставляю пушку, конечно же, ему страшно. Страшно тебе и правильно. Уходи отсюда, а то я тебя завалю. Ты плохой, ты монстр, ты злодей. Хотя я тоже камерамен, я тоже не человек. Но все же мы его завалили, здесь уже они вдвоем. Они крутые! Давай попробуем их вальнуть! Отлично! Сразу минус 2 одним выстрелом! Конечно же, круто! Проходим на 2 звезды! Давай попробуем посмотреть, что же это за снайперка, на что она способна у нас внизу. Стреляем отлично, минус 1, такой Скибиди Унитаз. Давай попробуем себя убить. Могу я себя ранить или нет? Целимся, огонь! Результат понятен, и теперь мы будем валить Скибиди Унитаза. Выходите отсюда! Смотри, как он брови нащурил! Ну все, да! Минус 2, конечно, отлично! Прошли левел на 3 звезды, 4 уровень. Они вчетвером напали на меня! Что же мне делать? Они хотят меня укусить и сожрать вообще! На, минус 1, минус 2! Я воблер-камерамен! Я, возможно, воблер-хитмен! Но! Отлично! Всех завалили! И проходим с тобой левел. Здесь мы будем в игре открывать новых персонажей. Разного вида камераменчики. Вот лавовый камерамен, также какой-то цветной камерамен. Смотри, красноголовый камерамен, а также лавовый камерамен. Так, это что же первый? Второй был тоже лавовый. У него просто костюм совершенно другой. Ладно, выбираем этого персонажа. Смотри, какой он крутой. Ха-ха, как он круто поворачивается. У него ствол синий. На 15 уровне здесь в игре нам откроется уже спикермен, он же колонкоголовый, и какой-то спайдермен, правда, там вообще ничего нету. Ну что ж, вот такие вот прикольные спикерменчики, есть обычный, есть еще скин розовый, такой вот, смотри, и зеленый. Ха-ха-ха, смотри, как танцует этот вообще Человек-паук. Ладно, Человек-паук вообще не при делах, потому что под него даже нету уровней в игре. Давай мы целимся, и вот давай, беги отсюда, Скибиди Унитаз. Падай ты туда, в канализацию, где тебе и место. И вот снова, да, да, я вообще ворошиловский стрелок. Я вообще супер крутой хитмен, да. Тоже валим их на 7 уровне с первого раза. Вот еще стоит такой, думал, что мы его не достанем. А мы смогли его. С легкостью, конечно же. Вот, смотри, куда спрятался Скибиди Унитаз на 9 левеле. Ну, дружище, мы тебя все равно достанем. Пуля в лоб, и все. Смотри, как он забаррикадировался. Чувак, ты в курсе, что я вообще супер-снайпер? С первого раза, конечно же, его одолели. К 11 левел, тут уже какой-то динамит. Так, я не понял, почему я промазал? Я четко в динамит целился. Давай повыше возьмем. Отлично, он подлетел даже и упал. Зря он на динамит залез. Его, смотри, тоже на динамит залез. Офигеть. Я себя тоже взорвал. Не надо стрелять в динамит, надо сразу в этот Скибиди Унитаз. Отлично, минус 1. Проходим левел. Они вдвоем спрятались, за какой-то блондинчик. Давай мы попробуем сейчас выстрелить тоже в ТНТ. А я в себя попал, пуля отрикошетила и рука такая дергалась, прикольно. Так, сразу минус 2 с выстрела, проходим 13 левел. Круто. Вот, он похитил моего друга, камераменчика. Так, этот ящик не пробивается. Это супер бронированный. Надо только через верх. Он пытает моего дружбана током. Но! Завалили монстра Скибиди Унитаза. Он взял камерамена в плен. Вот они вдвоем сидят. Целимся в голову. Да я же в голову целился. Что за прицел? Смотри. Прицел в игре немножко сбитый. Он берет ниже, чем я целюсь. На, сразу тебе в лобешник. У меня одна пуля осталась. Попробую попасть, я промазал. Нажал рестарт, у меня на этот уровень есть 5 пуль. Одна пуля залетела четко, и сейчас второй. Да, 2 пули минус 2 килла. Это супер. Нам с тобой в игре открылся новый персонаж. Это спикермен. Он реально крутой, под него будут специальные уже уровни. У него уникальное какое-то оружие. Давай посмотрим, что это за пушка и на что она вообще способна. Целимся, ничего себе. У спикермена в руках просто ракетница! Выглядит как пистолет, а стреляет ракетами, но! Сразу завалили, голова куда-то покатилась у этого Скибиди Унитаза. Он спрятался за стеной, думает, что мы не достанем, но! И мы завалили, потому что у нас взрывная волна вообще все разносит. Так, 4 уровень.
Ты посмотри, какой с правой стороны зомби какой-то, скибиди-унитаз. Чернощекий и голубые глаза. Так, я понял, эта стена вообще не пробивается. Они спрятались за металлической стеной. Мне как-то надо направить ракету, чтобы она влетела по траектории. И облетела стену. Как-то в угол. Аккуратно целимся. Вот полетела ракета вниз, чётенько. Да, одного накрыло, и второй тоже умер, потому что его первый скибиди-унитаз завалил. Пятый уровень, и я, конечно же, спикермен. Я охотник на скибиди-унитазы. У меня суперкрутая ракетница. Страшно тебе? Беги, я тебя отпускаю. Не хочешь бежать? Ну тогда получай от меня суперкрутую ракету. Прощай! Но голова тоже куда-то отлетела, монстр несчастный. Давай мы с тобой выберем сейчас камерамена и поиграем за него. Вот мы выбрали уже новый скин, мы видим. Скибиди-унитаз спрятался за деревянным ящиком, но это его никак не спасает. И мы его валим на 17 уровне. Вот смотри, решил выше подняться. Он хочет, чтобы я свои пули потратил и проиграл на уровне, но... С третьей пули завалил, у меня еще 3 пули оставалось. Вот, скибиди-унитаз, куда спрятался? Чувак, ты в курсе, что я супер-стрелок? Я супер-снайпер! Целюсь, а ну смотрим! И куда пуля? Прям ему в жопу! Ай, залетела прям в заднюю часть унитаза! Сверху динамит, я думаю, что попаду. Ну давай, пуля! Отлично, даже пуля сверху прибил этого зомби-скибиди-унитаза или свиной-скибиди-унитаз. Чувак, я тебя достану. Зря ты тут решил спрятаться. Да! Я охотник, от меня никто не спрячется. Я же воблер. Я охотник на скибиди-унитазы. Я камерамен. На! С первого раза. Просто еще даже 4 пули осталось. 23 левел. Чувак, не слабо ты спрятался, смотри. 2 стены, но я все равно в голову тебе отрикошетил. Смотри, они пленили кого-то. Кто это такой? Какой-то майнкрафтер. Говорит, спаси меня, воблер. Ну что ж, за этого персонажа поиграли, я выбираю красноголового камерамена. И вот здесь находятся уровни. Смотри, сколько уровней. 50 уровней за камерамена, а также есть 30 уровней за спикерменом. Всего 80 уровней пока что здесь в игре. Да, завалили скибиди-унитаз. Внизу у нас пленный сидит. А, я в камерамена попал случайно, дружище, извини. Довольно сложный уровень. Давай попробуй сейчас этого тоже вальнуть. Целимся, аккуратно ждем. Видишь, надо еще прицелиться, чтобы правильно отрикошетить. Не получилось. Тоже не получилось. 2 пули осталось. Так, пробую стрелять. Вот, кубик едет. Да блин, промазал. Как же так? Да все разы промазал. 25 уровень. Я переигрываю. Сначала попробую нижнего вальнуть, а потом уже верхнего. Нажал рестарт. Да, с первого раза. Ну, конечно же, этого с легкостью мы завалим. И спасли нашего камерамена, который был в плену. Вот они вчетвером, смотри, кружат. Они хотят, чтобы у меня голова закружилась. Я проиграл на этом уровне, но... Но я реально очень крутой. Я смогу тебя вычислить. Ой, у меня голова кружится, я сломался. Нет, я не сломался, я решил тебя обмануть. Ха-ха-ха, скибиди-унитаз несчастный. Чувак спрятался возле динамита. Зря ты там засел. Думает, что на лифте от меня сможет скрыться. На! Сразу взорвал и второго тоже накрыло. Одной пуля минус 2 кила. Отлично. Вот, смотри, да, минус пуля, просто замечательно. Проходим всего на 3 звезды. 29 уровень, вижу, что скибиди-унитаз взял пленного. Попробую уработать его с первой пули, да! Легкотня, чувак, вообще такой довольный, что я его спас. Снова камерамена пытают электричеством. Это что за скибиди-унитаз с белой головой? На! Со второго раза я его прикончил. Вот еще стоит, выбираем правильную траекторию. Да, вырубили. Прошли 31 левел с легкостью. 32 уровень, 2 квадратика, целюсь. И с первого раза прошел. Я уже так с легкостью здесь приловчился все сносить. Вот зомби скибиди-унитаз, мы его привалили коробкой. Вот зомби скибиди-унитаз спрятался за 3 огромными деревянными ящиками. Но мы сейчас стреляем в верхний и, конечно же, его привалили. Ты ну басик, чувак. Против воблера его подписчиков тебе никак. Да что это за уровень, смотри. Мне надо как-то спасти подписчика, а также завалить скибиди-унитаз. Это скибиди-унитаз захватил моего подписчика. Он, подписчик говорит, воблер, спаси меня. Всегда падает коробка. Как мне сбить коробку? Вообще не получается. Я не знаю, как пройти этот левел. Вот подписчика там рука или нога дергается. Ладно, давай попробуем заново. Я прошел уровень, но я хочу спасти чувака. Так, пока что не получилось. Пробуем еще раз, стреляю. И еще раз. Отлично, я его спас. И стреляю в скибиди-унитаз. И насколько мы прошли? Почему я прошел на 2 звезды?
36 уровень, дается 9 пуль. Возможно, уровень какой-то сложный. Давай попробуем. Промазал. Ну, это было очень близко. Снова промазал. 7 пуль. Стреляем. Ну, давай. Да что ж такое? Промазал в третий раз? На меня это не похоже. Я что, не выспался? Возможно, я плохо умылся, утром встал и вышел на работу. И не могу попасть. Я в себя попал. Вот это я нубик. Так, надо попробовать. Ну, да, здесь с первого раза. Я не знаю, это какой-то вообще рандом. Внизу тоже есть заложник, мы должны его спасти. И валим. Ну, главное, чтобы он не упал. Отлично, потому что внизу был динамит. Вот еще скибиди унитаз за какой-то супер броней. 38 левел. Нам дается 5 пуль на этого чувака. Целюсь. Огонь. Куда пуля? Пуля мне в голову прилетела. Еще раз. Отлично, со второго раза. Ой, блин. Вот скибиди унитаз решил спрятаться возле динамита. Не лучшее место, где можно было от меня попытаться скрыться. Ну что ж, бро, игра реально крутая. В следующем ролике мы уже пройдем здесь за камерамена, а также попробуем играть за спикерменчика. С тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие ролики. Скоро увидимся. Пока.